Так, ну что, поставили глушитель целиком. Все отлично, теперь машинка тихо работает. Аж слышно, как клапанчуки стучат. Но это позже уже отрегулируем. Все, собираем все обратно. Так. Угу. Кстати, одновременно вот занимаемся мойкой. Перемываем все это наше старое барахло. Фары еще лежат, номер грязный. Все перемытое, складываем сюда, чистенькое. Видим, да? Ну, понятно, то оно в общем еще будет мыться, когда машина соберется и выйдет. Но пока вот так. Так, двигатель прогрелся до рабочей температуры, термостат приоткрылся, и у нас вот наш тепленький радиатор уже парит, потому как мы его промывали и продували. Здесь вот есть такой дефект, но он был до разборки. В принципе, ничего не течет. Собственно говоря, что мы сразу хотим проверить. Все отлично. А потом будем дальше собирать морду. Температура. Температура уже в принципе рабочая. О, видим. Обороты для трехцилиндрового двигателя отличные. Двигатель работает ровненько на холостых. Обороты набирают хорошо. Единственное, клапанчики стучат, надо будет потом обслужить. Я понял. Давай завтра дам их тебе. Площадку аккумулятора Юра забабахал. Так, ну в подкапотном пространстве все практически. Видим, у нас и бачок омывателя стоит. Как бы, ну, вывод это уже на капот мы подсоединим. Адсорбер я выкинул, он нам не нужен уже совершенно. Это к адсорберу тут пару шлангочек идет. Так, значит что? Вопрос в креплении аккумулятора. Так как аккумулятор у нас уже идет здесь какой? 45? Да, 45 ампер час. А должен быть Ч40-ка, Ч38. Ну, суть в том, что он повыше, но он гораздо уже. Поэтому вот с вот этим у нас аккумулятором здесь проблема в размещении. То есть, видим, мы его вот сюда вот погружаем в свое место. И он у нас всячески пытается тут вот на шлангу сесть. Вот. Вот. Вот так вот он у нас садится. И то упирается здесь на диффузор радиатора. Здесь уже в расширительный бачок. И если вы заметили, это он уже на проставках. О, проставочки у меня тут. То есть с Юрой мы со сварщиком, который варил машину, сварили. Значит, кронштейн сюда новый. И будет он на таких проставках. Так как здесь немножко разная высота, вот эта проставочка у нас вот повыше. Все. Так, и вот сам кронштейн.
Сам кронштейн выглядит вот так вот, из листа металла. Это на всякий случай прихватили уши в будущем для крепления. Также же видим, у нас эта полочка загнута. Вот она. То есть аккумулятор сюда вставляется плотненько. Сразу думали химичить здесь его крепление напротив, типа как на Жигулях, ну, на многих иномарках. Вот, но так как здесь будет фара, ну, скажем так, не очень удобно будет. Видим, у нас вот тут резьбы и шляпки будут торчать. Поэтому сейчас немножко вырежем какую-нибудь прокладочку. В этой прокладочке вырубим отверстие, ну, вот, типа такую. Вырубим вот этих вот три отверстия, чтобы наши шляпки не протерли нам днище аккумулятора. Так, ну, естественно, желательно покрасить это все дело. Когда утром солнце стоит, я смотрю сквозь колёшко на белые облака. Такие чистые, такие красивые, красивые. Так, в общем, немножко тут нашу желто-кислотную грунтовку закрасил белой красочкой. Хотя оно тут все спрятано, ну, немножко приятнее глазу, хотя бы так видим, да. Также кронштейн, который приготовили для крепления аккумулятора, тоже покрасили. Все-таки чуть поприятнее, когда оно выкрашенное, не ржавое или там какое-то с трех цветов. Все это будем устанавливать сюда. Далее ковер кинули. Вот видим, коврик что смог. Пропылесосил максимально, выбил сколько получилось, столько я с него выдавил. Так, тут сразу под ноги, чтобы не мусорить. Кидаем сидушку и крепим ее.
проверку не доверяют. Масло Neste Oil. Тільки в офіційних дистриб'юторів в Україні, Агросоюз та Укрсвіз.